Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся на станции, которую вы только что прочитали. Станция Багерова. И давайте посмотрим. Волей судеб я там оказался вечером и решил проверить, есть ли жизнь на станции Багерова после того, как пошли поезда. Долго ходил там, наблюдал, и вот что из этого получилось. Станция Багерова. И вот здесь такой туалет. Как говорил Лёлик из знаменитого фильма, туалет типа сортир с обозначениями М и Ж. Достаточно долго я там был, около двух с небольшим часов, и за это время столько техники прошло. Самую интересную мне удалось снять и показать вам. Вот посмотрите, на здании вокзала висит такая табличка. Уже было темно, температура воздуха была плюс 4 градуса и холодный сильный ветер дул. Но жизнь не прекращалась ни на минуту. Постоянно ходили какие-то поезда, и вот в начале ролика увидели мы с вами вагон, лаборатория прошла. Сейчас вот посмотрите, проходит состав с путеукладчиком и с вагонами под перевозку рельсы шпальной решетки. Вот сейчас он идет в сторону Чистополья со стороны Керчи, ну, чтобы для ориентира было понятно. А стою я прямо рядом с вокзалом станции Багерова, и потихонечку его потащили туда, в сторону путепровода, в сторону Чистополя, вот это направление, чтобы было понятно. Пешеходный переход, тоже людей много там было, рабочие доделывают там его. Когда откроют, правда, я спросил, мне сказали, не знают, но я и не стал это показывать. Ходят пригородные поезда, вот, который совсем скоро пройдет здесь, мы тоже вот с вами застанем его. Ну а так, в общем и целом, походил, посмотрел, вот вы увидели, что здесь и туалет есть, это остался он еще с тех, с давних времен, его немножко подкрасили, подбелили, немножко реконструировали, ну а так, в общем и целом, остался такой же. И посмотрите, три пути здесь. Третий путь ближе к вокзалу. Если вот стоять лицом, как мы сейчас стоим, слева направо первый путь, второй, третий. Вот так. Вон, не видите, рабочие пошли с пакетиками. Так что достаточно оживленная жизнь на этой станции. В общем и целом станция доделана, но вот в основном осталось построить, доделать пешеходный переход. И здесь ожидается грандиозное строительство в связи с электрификацией. Вот в той стороне, туда дальше, будут строить тяговую подстанцию. Тяговые подстанции предназначены для питания контактной сети. Электровозы будут, естественно, ходить. Но приблизительно одна тяговая подстанция нужна на приблизительно, опять же, на 50 километров расстояния. Ну и вот как раз, если брать от Таманского берега до станции Багерова, может быть, чуть меньше будет, там 19 и 18. Ну, 37 там, ну, если еще с запасом туда дальше, на досмотровый комплекс, вот и будет там 40-42 километра. И вот посмотрите готовность станции. Иллюминация, конечно, потрясающая. Стоит очередной состав, электробаластер стоит на первом пути. Видите, рельсо-шпальная решетка, три штуки у него. И он как-то вот работал, вот попыхивал, вот слышите такое вот урчание. Ну а мы ждем поезда Джанкой, пригородного поезда, повторю, Джанкой Керчь, который должен вот-вот пройти. Ну а пока суть до дела, давайте пройдемся по платформе, посмотрим. Вот он, знаменитый наш поликарбонат, которым накрыты навесы. Аналогичного цвета такие же на Керчь Южной мы с вами довольно-таки часто наблюдаем.
И посмотрите, здесь лавочки, мусорницы стоят. Это пост электрической централизации. Отсюда идет все управление станцией, стрелки переводят, ну и прочие там команды раздают. Это новое строительство. Тоже мы с вами наблюдали, как строилось это здание. Ну а вот он, электробаластер. Номер на нем есть. Можно отследить, к какому депо он приписан. Некоторые, я знаю, любят это делать, вот понаблюдать все, чтобы было четко, досконально. Ну, и вот он стоит, уже, видимо, отработал свое днем. Ну и вот под конец смены встал на первом пути. Там вагон бытовка строителей. Одно время ее часто таскали за собой, мы это тоже с вами наблюдали. И хопперы все вот сцепили в один состав и отогнали на первый путь. Уже посмотреть за столь короткий ролик, мы с вами увидели, сколько техники прошло. Ну и опять же, это еще не все. Это вот сейчас мы с вами смотрим в сторону Керчи, в той стороне Керчи. Видите, с поворотиком уходит станция. Вот он, этот вагон. Ну, а это вот одно время он летом, этот вагон, говорили мне, что тараканов в нем много было. Ну, наверное, сейчас вот зима, повымерзли. Или переползли в более теплые квартиры, дома кому-нибудь. И вот, посмотрите, иду я по платформе, тактильная плиточка. Вот я на нее что-то обратил внимание. Вот так она выглядит. Желтого цвета. Достаточно интересно вот так походить по новой станции, подробненько все рассмотреть, кое-какие моменты поснимать. Вот опять же этот навес, довольно-таки длинная платформа в длину. И вот так выглядит, видите, какая иллюминация. Ну и вот прибывает поезд, поезд Джанкой, Керчь, время 18:44. Прибывает он на третий путь, первый платформы. И вот давайте сравним. В предыдущем видео мы с вами посмотрели, идет рельсовый автобус РА-2. Я сказал РА-3, конечно, это РА-2 автобус рельсовый. И вот такие вот пригородные поезда ходят. Ну вот есть разница. Плацкартные вагоны здесь два. И маневровый тепловоз таскает все это дело. Я думаю, скоро, со временем, вот он постоял пару минут и погнал дальше в сторону Керчи. Заменят, я думаю, со временем заменят вот рельсовые автобусы РА-2 или РА-3 будут, вот какие сейчас первую партию на Сахалин отправили, будут ходить здесь в пригородном сообщении, соединяя там Керчь с Анапой или Керчь с Краснодаром, Феодосию с Анапой, как-то вот так. Ну и вот он, поезд ушел по своим делам, а здесь ни секунды не останавливаясь, идет процесс движения, идет, работы идут. И вот очередной составчик подходит к вокзалу Керчь-Южная. Маневровый тепловоз тащит за собой платформу и железнодорожный кран. Рабочая смена закончилась, и вот они на второй путь его поставили. Свободный остается третий путь, по которому и пойдут, собственно говоря, в 23:15 московский поезд, питерский и еще один московский в разных направлениях. Расписание я вам показал в начале ролика. Ну вот такой у нас сегодня ролик со станции Багерова. Походили, пощупали, посмотрели вблизи. А я на этом заканчиваю, дорогие друзья. Всего вам хорошего и до новых встреч!